момент, может быть. И, ну, показывал передачу Куликов, а потом пытался бросить между щитков Беспалов. Ну так, передача там точно не проходила, поэтому у него особого выбора не было. Но Беспалов молодец, позицию хорошую занял. Ой-ой-ой. Что там, подправление интересное или прямая? Здорово, да. И опустил он эту шайбу, пытался вытолкнуть там Юньков. Да и, в общем, вытолкнул, да, на какое-то пространство от ворот. Но вот против такого подправления вряд ли что-то можно сделать. И шайба заскакивает в ворота. 1-0. Автомобилист выходит вперед. Бросал, по-моему, Мамп. Автомобилист так в большинстве усыпил «Спартак».